звонила в начале 12-го. Окна лежали на ней, она спала, стеклами порезала ноги, руки. Руку зашивали. Мы приехали из Бахмута, и там я пережила то же самое. Когда мы ночью легли спать и проснулись именно от того, что был хлопок, и на нас посыпались стекла, и мы то же самое делали, что и здесь. Встали и давай убирать все.